Є класний анекдот на тему, коли людина багатьма справами займається, має в усьому успіх, і в неї питають журналісти: скажіть, будь ласка, в чому у вас секрет? Як ви все-все-все встигаєте? Відповідь така: секрет у мене дуже простий. Я ніфіга не встигаю. Друзья мои, сейчас я вам расскажу про самого модного, самого универсального человека на планете. Это, как вы думаете, это, конечно, я, Дима Калиденко. Меня зовут Дима Калиденко. Мне 35 лет. Я молод, красив, успешен. У меня много друзей. Я веселый, жизнерадостный, обалденный в постели. Ну ладно, ладно, не так уж плохо. Хотя... На самом деле я не врун. Танцор, артист театра, хореограф, телеведущий, певец, артист кино, рекламы, все такое. Видите, уже я насчитал 7 профессий. Вот в жизни Дима Калиденко 7 человек. Универсаль. Я вам скажу честно, что отправная точка была не хореография в первую очередь, а Днепропетровское государственное театральное училище по образованию артист театра кукол. Каждый день урок хореографии. Бальный, 2 часа, классический танец, 2 часа, современный танец, 2 часа, сцен-движение, 2 часа и 2 часа бассейна. 6 часов движения в день. И, конечно же, я влюбился в хореографию. И, конечно же, я понял, что и петь, и танцевать – это круто. Танцует и играет он, словно как в кино. Звездой его назвали, по-моему, давно. Он супер-супер-пупер, таких, как он и нет. Я скажу больше. Любой украинец умеет петь. Он поет в ванной, в туалете. И круто поет. Круто поет. Вот я украинец. В паспорте написано, что я украинец. Я роскошно пою. Дима, Дима Калиденко, Дима. Можно было даже не учиться у педагогов по вокалу. Да но! Вот Бог дал 1000 талантов, я не хвастаюсь. Пою, танцую, выживаю, люблю, ценю, творю и могу и гвоздь прибить. И, конечно, вот такую большую известность дал мне проект «Телевизионный шанс». Как Дима Калиденко, как хореограф, как стильный, модный, молодежный, современный и, конечно же, позитивный. Через некоторое время мне позвонил другой мой любимый канал и сказал: «Вы бы не хотели попробовать себя в роли ведущего, телеведущего?» Я говорю: конечно, хотел бы. Приходите к нам на кастинги. Я пришел на кастинг, меня поставили на РИР. Это такая зеленая тряпка, где ведущие ведут погоду. Я подумал, что меня пригласили вести погоду. Но, к счастью, попросили рассказать все, что я знаю о шоу-бизнесе. А я же знаю о шоу-бизнесе все, и тут я завалил всех. И Билык, и Кравчука, и Пономарёвой. И рассказал про кто с кем спит. Сказали: сколько ты стоишь? Я сказал: ящик конфет, мешок сахара, килограмм свинины, и я ваш. И меня пригласили на роль ведущего программы «Шоумания». 5 лет в эфире. Друзья, открываю небольшой секрет. Это тайна Димы Калиденко. Чтобы жить в 21 веке, нужно ничего не бояться. Если ты поешь, пой, но при этом ты продавец в магазине, не стесняйся, иди на кастинги. Участвуй в каких-то телевизионных проектах. Тебя заметят, оценят. И, может быть, реально ты станешь звездой? Быть звездой и менять профессию одночасно – это можно. Это нужно и это интересно. И жена вас не заругает, и муж не посадит золотую клетку и не закроет дома. Короче, друзья, украинцы, мы самые талантливые, самые успешные, самые экстремальные и самые уверенные в себе. Творим, дерзаем, и все получится.